Лидеры КНДР и Южной Кореи внезапно провели еще одну встречу. Как и в прошлый раз, 26 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничной деревне между двумя Кореями. Переговоры не анонсировали. По предварительным данным, в ходе встречи лидеры обсудили предстоящий саммит между США и Южной Кореей в Сингапуре 12 июня. Напомню, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном из-за враждебных высказываний северокорейского лидера. В свою очередь, Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к встрече в любое время и в любом формате.